наш мир – это высшая школа. Коль хочешь учиться, живи. Вы думали, мир – это воля, а это учебник любви. Люди не видят друг друга, живя без любви на земле. Не видят подругу и друга, мечтая о счастливой семье. Люди не любят друг друга, живут и мечтают одни. Их друг — это вечная скука, пусты без любви с нею дни. Люди не видят друг друга, не смотрят, шагая в глаза. С общением в реальности туго, в безбожных душах гроза. Люди не любят Бога, от этого в жизни все плохо. Безгрешно не хочется им жить, добро и любовь в душе ведь. Люди не помнят друг друга, забыв о добре и любви. В их памяти вечная вьюга, там корни не помнят свои. Люди жестоки друг другу, люди стреляют в людей. Поколения ходят по кругу, не выдумав новых затей. Люди не видят друг друга, не смотрят, шагая в глаза. В общении, в реальности туго, в безбожных душах гроза. Люди не любят Бога, от этого в жизни все плохо. Безгрешно не хочется им жить, добро и любовь в душе ведь. И сказал им, вам дорожна тайнизация Божия, а тем внешним все бывает в притчах. Так что они своими глазами смотрят и не видят, своими ушами слышат и не разумеют. Вы не обратятся, и прощены будут им грехи. Мне стало скучно.
без благодати. Прости, я сбился с курса корабля, но я найду путь Бога ради. Опустела душа, опустела, биомассой движется тело. Жить попробовал снова без Бога, а ведь в ад вся эта дорога. Опустела, все опустела, лишь грехом полно мое тело. Без креста в глазах пустота, темнота, темнота, темнота. Я благодати снова был лишен. Я Божий приступил закон. Я иду снова к Богу на поклон. Может вернуть ее мне только Он. Если бы каждый познал благодать, то ради нее все смог бы отдать. Но притяжение пороков земных нам не дает познать благ иных. Опустела душа, опустела, биомассой движется тело. Жить попробовал снова без Бога, а ведь в ад вся эта дорога. Опустела, все опустела, лишь грехом полно мое тело. Без креста в глазах пустота, темнота, темнота, темнота. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 14. «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Чего хуже? За труды дает Бог благодать, а за грехи не может того дать. А за грехи сжигается Содом, и в Гоморре сжигается дом. Я иду на причастие к Богу, сохранителем, ангелом в ногу, а за мной идет не спеша моя грешная усталая душа. Опустела душа, опустела, биомассой движется тело. Жить попробовал снова без Бога, а ведь в ад вся эта дорога. Опустела, все опустела, лишь грехом полно мое тело. Без креста в глазах пустота, темнота, темнота, темнота. Кто спасет?
Божий, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах. От Матфея, глава 22, стихи 29-30. Бог знает, кто спасти желает, Бог знает, в покаянии прощает, Бог знает, рай обещает, Бог знает, кто ангелом стать желает. Бог знает, кто спасти желает, Бог знает, в покаянии всех прощает, Бог знает, рай обещает, Бог знает, кто ангелом стать желает. Заблуждаетесь, не зная Писаний, не силы Божьей, ибо в воскресенье не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божьи, на небесах. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка 16:16. Я пошел зимой за ним, за солнце его светом, любовью, верою гоним, с его в душе заветом. И ради нас он отменил февральские метели, он каждого из нас любил, а мы молитвы пели. Пол жизни прожито, а может быть и больше, но вечности я не хочу жить дольше. Мне на земле не нужен вечный примус, мне интересна вечность, где же Иисус? Работа над своей душой, вот смысл цели человека, чтоб тяжкой грешною ношей не пасть гиену после века. Я пошел зимой за ним, за солнце его светом, любовью, верою гоним, с его в душе заветом. И ради нас он отменил февральские метели, он каждого из нас любил, а мы молитвы пели. Я нашел истину, ищи сейчас ты. В мире без истины не понять красоты. Без истины жизни отсутствует смысл. Ищи истину в истине, вот моя мысль. Почему не открыл раньше Иисусу Христу и не поклонился святому кресту? Потому что я, видя, не видел, потому что, любя, ненавидел. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка 16:16. Спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Молитвы пели.
Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинная слава, во веки веков Ему слава и хвала. Иисуса Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинная слава, во веки веков Ему слава и хвала. Давно я выбор сделал свой и выбрал путь к любви домой. Мы все божественная рать, детям отцов не выбирать. Мир создан Богом для любви, земля, она живая. И кто бы что ни говори, Бога нашел, живя я. Иисуса Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинная слава, во веки веков Ему слава и хвала. Иисуса Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинная слава, во веки веков Ему слава и хвала. Прошли века, как создана земля, где ты живешь сейчас и я. Волнуешься, года идут, нас не было, нас нету тут. Только через тернии к звездам пути иного нет. Мы на земле проездом на несколько лишь лет. Иисуса Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинные слова, во веки веков Ему слава и хвала. Иисуса Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинные слова, во веки веков Ему слава и хвала. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Евангелие от Матфея 11:28. Придите ко мне. Придите ко мне. Я успокою вас. Иисуса Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинные слова, во веки веков Ему слава и хвала. Иисуса Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинные слова, во веки веков Ему слава и хвала. Иисуса Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинные слова, во веки веков Ему слава и хвала. Иисуса Христа, вечная любовь, Его спасительно тело и кровь. Иисуса Христа, истинные слова, во веки веков Ему слава и хвала. Люди.
будет вечность что-то с ними. Тело лежит здесь, не дыша, но продолжает жить душа. Каждому когда-то умирать. Какое счастье, если за Христа нам нечего с собою взять, кроме богатств небесных и креста. Да, так бывает, день или ночь другу бывает. Да, так бывает, кто-то Богу не забывает. Да, так бывает, день или ночь другу бывает. Да, так бывает, кто-то внезапно умирает. Уходят люди, и голуби уходят, и снова никогда уже не родят. Ни в этом, ни в следующем веку. Одни лежат под снегом, другие на снегу. Время такое людям умирать, перед Творцом ответ давать. Время такое каяться, прощать и Слово Божие живым вещать. Так бывает, день или ночь другу бывает. Да, так бывает, кто-то о Боге забывает. Да, так бывает, день или ночь другу бывает. Да, так бывает, кто-то внезапно умирает. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Послание к римлянам святого апостола Павла, глава 8, стих 11. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела. Оживит и ваши смертные тела. Да, так бывает, день или ночь вдруг убывает. Да, так бывает, кто-то о Боге забывает. Да, так бывает, день или ночь вдруг убывает. Да, так бывает, кто-то внезапно умирает. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 21. Так и Сын оживляет, кого хочет. Война. Лекарство для людей. Любить. Учитесь у детей. Война. Последний твой урок. Война. Спускается курок. Война. Всех к Богу приведет. На поле смертный бой идет. Война. Лекарство для души. Ты веришь или нет? Реши. Война. Дни грустных воспитаний, мыслей, и дом твоих скитаний, чтобы войну не повторить, буквы слушать и любить. Война. Дни грустных воспитаний, мыслей, и дом твоих скитаний. Война. Чтобы выжить и спастись до боя и в бою молись. Мы Богу выбора не дали,
грехами. Мы его распяли, война. Все видно, кто ты есть, и слышал ли ты что прочесть? Война, экзамен, он идет, Бог с покаянием всех ждет. Война, неисправимых чистка, война, плевел земли зачистка. Война, дни грустных воспитаний, мыслей, идут твои скитаний, чтобы войну не повторить, Бога бы слушать и любить. Война, дни грустных воспитаний, мыслей, идут твои скитаний, война, чтобы выжить и спастись до боя и в бою молись. Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. Ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Матфея, глава 10, стихи с 34 по 36. И враги человеку домашние его. Война! Коль хочешь в мире жить, время любить и не грешить. Война! Господь тебя спасает, архангелов он с неба посылает. Война! Остаться человеком, чтобы не вмерзнуть в лед со снегом. Война! Учебники молитвы, безбожия твоего битвы. Война, дни грустных воспитаний, мыслей, идут твои скитаний, чтобы войну не повторить, Бога бы слушать и любить. Война, дни грустных воспитаний, мыслей, идут твои скитаний, война, чтобы выжить и спастись до боя и в бою молись. Дерево моего покаяния, греховной жизни понимания, дерево с Богом общения, в молитве к Нему обращения, дерево, дерево моего Бога познания, дерево истины знания, дерево, дерево Божие и Божие люди прохожие. Тоже умирают, как умирает человек. Их кроны ветрами ломают, их накрывает белый снег. Деревья тоже умирают, ложатся также в горизонт. Отпил, как ружей, погибают. Им
лесорубы рубят фронт. Дерево моего покаяния, греховной жизни понимания, дерево с Богом общения, молитве к Нему обращения. Дерево моего Бога познания, дерево истины знания, дерево, дерево Божие и Божие люди прохожие. Деревья тоже умирают, сгорая в пламени огня. Они до праха выгорают, дымя искрами гремя. Деревья тоже умирают, их пилят люди на гробы, их люди в землю зарывают, где вырастают вновь дубы. Моего покаяния, греховной жизни понимания, дерево с Богом общения, в молитве к Нему обращения. Дерево моего Бога познания, дерево истины знания, дерево, дерево Божие и Божие люди прохожие. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Евангелие от Матфея 3:10. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Евангелие от Матфея 3:10. Срубают и бросают в огонь. Срубают и бросают в огонь. Дерево моего покаяния, греховной жизни понимания, дерево с Богом общения, в молитве к Нему обращения. Дерево моего Бога познания, дерево истины знания,
дерево, дерево Божие, и Божие люди, прохожие. Расстанься, покайся, и только с любовью встречайся. Покайся,
И в жизни этой не майся, покайся. И с Богом молитвой общайся. Люди играют в серьезность, в статус, деньги и должность. А нам быть бы как дети, стяжать откровения эти. А нужно нам быть добрее и Богу верить бодрее. Искренности не бояться, за правду Евангелия взяться. Покайся, с жизнью грешной расстанься, покайся. И только с любовью встречайся, покайся. И в жизни этой не майся, покайся. И с Богом молитвой общайся. Нам надо чаще молиться, чтоб счастья и мира добиться. Нам надо всем измениться, с грехами своими проститься. Нам надо прийти к Богу, найти эту дорогу. Нам надо не обижаться, а надо друг друга держаться. Покайся, с жизнью грешной расстанься, покайся. И только с любовью встречайся, покайся. И в жизни этой не майся, покайся. И с Богом молитвой общайся. Истинно говорю вам, до тех пор, пока не изменитесь в сердце своем и не станете подобны детям, вы не войдете в Царство Небесное. Матфея 18:3. До тех пор, пока не изменитесь в сердце своем и не станете подобны детям, вы не войдете в Царство Небесное. Нам надо заповедь помнить и душу благодатью наполнить. Нам надо бы креститься, у Христа Бога учиться, не за золотым тельцом гнаться, на друг друга бы не ругаться. Нам надо всем измениться, нам надо свыше родиться. Покайся, с жизнью грешной расстанься, покайся. И только с любовью встречайся, покайся. И в жизни этой не майся, покайся. И с Богом молитвой общайся. Всех приветствую, всем хорошего настроения, хорошего дня, хорошего вечера и хорошей, доброй, спокойной ночи, кто ложится спать. А сейчас прослушаем эту композицию. Все пройдет, пройдет и это, настанет новая пора. Кружиться будет вновь планета, и будет в космосе дыра. Все пройдет, пройдет и лето, все пройдет, пройдет и это. Земная жизнь моя пройдет, а после вечность душу ждет. Людей мало стало настоящих, у любви с Богом стоящих. В отношениях мутные краски, театральные носимые маски.
это настанет новая пора. Кружиться будет вновь планета, и будет в космосе дыра. Все пройдет, пройдет и лето, все пройдет, пройдет и это. Земная жизнь моя пройдет, а после душу вечность ждет. А ведь это все Божья планета, все подконтрольное и лето. Живо евангельское Божье слово, но люди нахватались злого. Больше добра, любви и меньше злости, ведь мы в земле всего лишь кости. Как не поверить нам в вечность просту, как не поверить Иисусу Христу? Все пройдет, пройдет и это, настанет новая пора. Кружиться будет вновь планета, и будет в космосе дыра. Все пройдет, пройдет и лето, все пройдет, пройдет и это. Земная жизнь моя пройдет, а после душу вечность ждет. Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Евангелие от Матфея, глава 15, стих 8. Сердце же их далеко отстоит от меня. Сердце же их далеко отстоит от меня. Все пройдет, пройдет и лето. Все пройдет, пройдет и это. Земная жизнь моя пройдет, а после душу вечность ждет. Все пройдет, пройдет и это, настанет новая пора. Кружиться будет вновь планета, и будет в космосе дыра. Приближаются ко мне люди сии устами своими,